Дорогой Александр Калягин, меня зовут Семён Куньшин, мне всего 13 лет, и я хочу сказать кое-что. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю в Новом году побольше хорошего настроения и отличных успехов. Вот. Я вас очень уважаю. Мне нравится, как вы озвучиваете Кота Леопольда, все такое. Ну, в общем, мне ваша озвучка по душе больше как бы для меня подходит. Поэтому вы прекрасно знаете, что я фанат Кота Леопольда. Вот. В общем, я вас поздравляю с новым 2023 годом. И желаю в новом году побольше хорошего настроения, здоровья, счастья. Вот. И хорошей вам работой. До свидания.